Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы продолжаем играть в Battle сейчас. Он же следующая миссия, момент истины. Классические правила. Ну, классические правила, это по мне. Так, ну тут все понятно, у них... Подождите. Коней нет. А у них нет коней. Все есть. Королева вот этого у него есть. Это легкая миссия на самом деле. Ну как легкая. Для кого-то она легкая, может быть, для кого-то не очень легкая. Так, понятно. Он решил. Я даже знаю, как он будет действовать. Пускай ест. Я его тоже сейчас съем. Рокировка. Хитрожопый. Так. А вот так тебе. Угу. Ладно, хорошо. Так. Владюгу вывел, смотри-ка. Тогда я как-то королеву. Глупый на самом деле комп здесь. Так. Я сюда встану теперь. Блин, задолбал. Что ты мне этим скажешь? Это просто вот так сделаю и все. Нет, тут ты офигел. Вот так. И что ты мне офицер-то отдаешь? Просто так, дебил, что ли? Я что-то не вижу. Вот чего я не вижу. Тогда я уберу королеву. Thank you.
ешь, ешь королевы, хоть там и кем. Я тебе пешку съем. И чё? А. Офицер у меня съел, типа, пешку. Ты, конечно, меня съешь. Но... Так, он сейчас может... Нет, не может. А я вот так попаду. Ну-ка. Заставить его поменять что-нибудь. Так, если я сюда сходу. Он пешка защищает. Подождите-ка. Подождите-ка. Я могу ему шаг поставить. Так. Ну-ка. А вот так. Поменяет, подожди. Не меняет, он просто отдает. Королеву сделал. У него правда ладья остается. Это у меня королева. Ой, офицер уже съел. Еще шаг. Ну уж нет.
миссия. Зато следующая будет просто. Отведенное время. Вот это и отведенное время здесь 2 минуты. Но у него нету королевы, нету одного офицера и одного коня. Зато, блин, есть 2 ладьи. Ладьицы, конюты. О, офицер, офицер, офицера судьбу, блядь, надо мной.
еще.
Блин, так у меня что? Блин, я мог это же сделать. Ладно, можно сказать, туда поставить. Ладно, сейчас разберемся. Сам себе укусил. А нет, все нормально. А нет, я так не могу. Пока конь там стоит. Конечно, это не все было. Это я точно не помню.
Пешка
тебе могу... Клетку защищает, защищает. Ладно, тогда она белая. Давай ходим туда-сюда. Сюда вот. Не надо. Вот, блин. Подожди, чё, блин-то. Недостаток. Ребята, а нет, не будет пока. Пока не будет, потому что не сможете висеть, потому что офицер стоит. Я сделаю вот
Вот блин, а. Придется королем и королевой поставить. Ну ладно. Или даже сейчас. Попробуем еще раз. Пешку съест, мне придется королевы. Придется офицер собрать. Потом преимущество уже. Thank you.
предлагаешь. Ну ладно. Тебе все равно потом сильно чувствую. Скотина, у меня столько много пешек было, я у нее все съел. Я сделаю.
точно. Так. И чё? Так, ты уже ничего не сможешь сделать. А, я же не смогу так. Тогда вот так. Ладно, ешь, ешь. Подожди, кого он там? А-а-а. Хочу. Блин, я сейчас... Блин, он... Я его не заметил. О. У него два офицера, конями как-то обменяться, чтобы не было офицера, потому что у него два офицера, но у меня будет ни одного не остается. Так вот, конями меняться.
Так. Ах ты, тварь. Иди вот так, скотина. И чё, вот так тебе. Ой, а чем это сделал-то? А он не стал есть. Ну что, что-то вот так. Я тебя пешками сейчас поймаю, ты дурень. Все, пешки все свои вывел. Давайте вот так. Ой, я же без защиты. Сейчас же придется мне королеву за пешку отдавать. А нет, пока еще нет. Ну, сейчас придется. Ну, ладно, пешка тут довольно-таки важная. Пешки. Нет коней. А коня. Королевскую пешку. Ладно, отдам. Ой, короля говорит. Офицера за пешку. Ой, офицера за коня. Хороший ход был бы, а? Пока он получается... Нет, пока не уйдет никому так. Нет, 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 нет.
Кажись, кто-то добегался. Так, дальше алчность, но мы это пройдем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.